Я не понимаю, зачем люди грустят, когда вокруг столько всего неизведанного. Неужто они забыли, где живут? За окном бескрайний мир, целая галактика. Я не верю, что все это можно променять на пиццу и банку Кока-Колы. Пусть о наших дорогах не писал Керуак, но вы их видели. Вы слышали это прекрасное пение кузнечиков, что пронизывает насквозь. И ты закрываешь глаза, прислушиваешься к безмолвию дорог, а позади — сердце твоей родины. И от мысли, что ты — часть этой красоты, становится отрадно. Россия! Как объять необъятное? Я помню Амурский залив и Владивосток, благолепие Санкт-Петербурга, строгость Новосибирска и хрустальные озера Карелии. И Байкал, таящий в себе тайны Старого Света. И Ленские столбы, которые всем своим видом показывают, что мы гости на этой земле. И остров Манерон в Татарском проливе. И Авачинскую бухту на Камчатке. И Алтайские горы. И это только часть великолепной страны, в которой мы имеем счастье жить. А все эти Кипры, Турции, Египты зачем? Когда твой дом и так полон небывалых чудес и живописных пейзажей. Ты можешь без конца откладывать, искать причины и пускать корни. Или ты можешь отправиться на поиски самого себя и наконец-то сделать этот первый глоток настоящей жизни. Ведь для счастья человеку нужна самая малость. Капелька свободы, легкое сумасшествие и, конечно же, ощущение причастности ко всем таинствам этого мира. И главное, помни, что не история красит людей, а люди историю. Иди и напиши свою мечту. Перед тобой самый большой из миров. Перед тобой Россия.